Я думаю, что в ближайшее время мир на Украине не наступит. Эта вся катавасия продлится как минимум до холодов. Конечно, то, что происходит, это ужасно, отвратительно и это невыносимо. Но настолько ли это правда, насколько нет, это мы об этом сказать не можем на все 100%. Мир – это даже не предлагаемое обстоятельство, это просто уже сегодня момент выживания. Если этого не будет, я даже думаю, будущее поколение не простят. Не простят. Конечно, перемирия никакого не будет. В ближайшее время это точно. Договориться не смогут. У каждого своя правда. И то, что, конечно, там сейчас происходит, да, и то, что показывает телевидение, на 80% ложь с каждой стороны. Перемирие вряд ли. И что бы ни говорил Порошенко, это лживый политик, олигарх. Психология у олигархов, она особая. Этот человек, такие люди, они ничего, ни один шаг не делают без личной выгоды. Рано или поздно то, что происходит на Украине, закончится. Конечно, хотелось бы, чтобы это произошло как можно быстрее, с наиболее меньшими потерями. Я им желаю, чтобы это произошло в ближайшее время, сегодня. Мне, я еще раз повторяюсь, мне очень жалко народ, мирных жителей, которые боятся, не выходят из своих квартир, домов. Я им желаю в ближайшее время, чтобы был по всей Украине мир. Надо обязательно договариваться, обязательно.